Кубыз – один из древнейших инструментов башкирского народа. На территории Башкортостана сохранилось два вида кубыза – деревянный кубыз и металлический железный кубыз. А раньше были кубызы из костей животных, из гусиных перьев, даже из верблюжьих копыт. Деревянные кубызы изготавливают из таких пород дерева – береза, клен, сосна. Видите, в одном конце ниточка, а в середине язычок. Когда дергаются нитки потихоньку, вибрирует язычок, извлекается своеобразный необычный звук. А вот металлический кубыз найден на территории Башкортостана в X веке. Первый кубыз нашел знаменитый археолог-профессор Нияз Мажитов. И найденный кубыз сегодня хранится в музее археологии в городе Уфе. И первые кубызы выглядели вот так, плоские были. А прошло много-много лет, кубыз приобрел вот такие дугообразные формы. Самый простой способ игры – это играем указательным пальцем на себя. Можно играть двумя пальцами. Тремя, четырьмя, кистевой. И можно играть трель. Вот это прием игры на кубазе. Хочу показать разные имитации, природные звуки. Например, на кубызе, например, самолет. Пароход. Кукушка. Как птица поет. Вот эта имитация помогает мне, когда я создаю новые композиции, импровизации, применяю разные природные звуки. У нас проводится в Башкортостане межрегиональный конкурс кубызистов и горловой пение. Раньше был всегда конкурс курай, кубыз, думбра, горловое пение вместе. А вот с 2007 года кубыз и горловое пение проводятся отдельно. И это именно помогает росту вот кубызного искусства. Побывал я в разных международных конкурсах, фестивалях, конгрессах. Вот где я побываю, всегда я покупаю себе разные кубызы, или мы обмениваемся, я подарю свой башкирский кубыз. Например, Филиппины подарят нам. Вот у меня сегодня в коллекции более 30 инструментов разных народов мира. Вот один из этих инструментов, вот филиппинский кубыз, называется кумбинг. А
колотушный кубыс американского народа. Называется клакаморе. Кубыс вьетнамский. Называется танкле. Венгерский кубыс таром называется. Вот сохранилось тоже деревянный кубыс, называется термен кумыс. Кубыс мельница. Это сертмя кумыс, щелчковый кубыс. Деревянные они тоже помогают во время импровизации. Это башкирские кубызы. Индийский кубыз. А вот такой маленький кубыз это украинского народа, называется дрымба. Есть вот такие музыка-инструменты, которые нам помогают во время импровизации. Это играется носом. Это я приобрел в Германии. Называется носовая флейта. У нас у башкиров тоже такие же инструменты были. Называется хайран. И можно играть любые мелодии. Можно и плясать. На кубызе играет много-много народа. 150 стран мира. И у каждого народа свои музыкальные инструменты. Башкиры называют кумыз, агас кумыз. Русские называют барган или зубная губанка. Украинцы, белорусы, молдаван – дрымба. Немцы – маультроммель. Якуты – хомус. Японцы – муккури. Эстонцы – пармупиль. Американцы джусхарп. Многие люди считают, что кубыз это самый простой музыкальный инструмент.
И на нем играет очень легко. А я думаю, что звук извлекает это очень легко. За 10-15 секунд можно звук извлекать. А чтобы играть мелодии, чтобы играть импровизации, надо много-много заниматься. Хотел показать несколько интересных упражнений. Например, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ю-ю-ю. Ю-ю-ю. Ай-ю-я. Ай-ю-я. Имена можно назвать. Юлия. Юлия. Оля. Оля. Антон. Антон. Салават. Салават. И так далее. Вот такие упражнения помогают во время игры мелодии. Еще хотел сказать одну важную вещь. Кубыз очень полезен для здоровья. Когда играешь на кубызе, это бесперестанный массаж дыхательных путей. Вылечиваются такие болезни – астма и бронхит. Еще дыхательная гимнастика. Поэтому сегодня кубыз перешел в Европу. В Европе сейчас, начиная с 5 лет, играют все до конца жизни. Раз в 3 года проводятся международные конкурсы, конгрессы, фестивали кубызистов. И я выступал в Австрии, Норвегии, Франции, Германии, Турции, Польше, Белоруссии. Где я не выступал, везде хорошо принимают, любят нашу музыку, наши импровизации. Мы всегда, где мы только не выступаем, всегда рассказываем об истории Башкортостана, о музыкальных инструментах и показываем свои музыки, техники игры и традиционные исполнения башкирского народа. Якуты называют хомус. У них существует музей, двухэтажный музей, который хранится там 5000 кубызов разных народов мира. Такие же кубызы хранятся в музее Янгантауи. У кого есть время, посещайте музей и посмотрите, какие кубызы есть. Thank you.
Thank you.